Помощь наша в имени Господа, створившего небо и землю. Слава Иисусу Христу, во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствуем вас в нашей общине Божьего милосердия. С вами отец Якуб. Начинаем нашу сегодняшнюю воскресную Евхаристию и начинаем новенной перед торжеством сошествия Святого Духа. Господу сирот заступнику придите, поклонимся. Господу сирот заступнику придите поклониться. Сыновья Сиона, ликуйте и радуйтесь в Господе Боге нашем, ибо пошлет вам учитель справедливости и дам вам расу утреннюю и вечернюю, как было в начале. Господу сирот заступнику придите, поклонимся. Мать Сиона, подательница благ, обними детей своих, взрасти их в радости, как голубка утверди шаги их, ибо я избрал тебя, говорит Господь. Господу сирот заступнику придите поклониться. Не страшися, матерь детей Божих, ибо я освятил и приготовил для тебя 12 деревьев, украшенных различными плодами, и столько же источников, источающих молоко и мед, и 7 гор высоких, покрытых розами и лилиями. Господу сирот заступнику придите поклониться. Сироте дай суд праведный, одари нищего, позаботься об оставленном. Одень нагого, поддержи слабого и отчаявшегося, будь защитой немощному. Слепому дай узреть свет свой. Господу сирот заступнику придите поклониться. Радуйся, матерь, с детьми своими, обними их, доколе приду, дабы оказать им милосердие, ибо полновидны мои источники, и не будет недостатка в милостях. Господу сирот заступнику придите поклониться. Сыновья Сиона, ожидайте вашего пастыря, он дарует вам мир вечный. Приготовьтесь к награде царской, ибо свет великий навсегда для вас воссияет. Господу сирот заступнику придите поклониться. Бегите перед тенью мира сего, возрадуйтесь славе вашей, примите дар, который дан вам, и ликуйте, и возносите благодарение тому, который призвал вас к Царству Небесному. Господу сирот заступнику придите поклониться. И споем гимн «Сотворитель Дух, приди» в песенниках номер 162. О, Сотворитель Дух, приди, и души верных посети,
Дай смертным небо благодать, чтоб сотворенное спасти. Ты утешитель всей земли, ты Бог и лучший Божий дар, мира помазание сердец, живой родник любви пожар. Ты благодать семи даров и сила вечного Отца, ты речь завещанная нам, преобразившая сердца. Сиянием разум просвети, сердцам любовь святую дай, и хрупкость наших бренных чел восполни крепостью Твоей. Врага душ наших изгони, да будет с нами Твой покой, да отвратимся мы от зла, что искушает род людской. Веди ко Господу Отцу и дай познать нам Сына путь, и ты дыхание любви до дней скончания с нами будь. Отцу небесному хвала, во славе с ним воскресший Сын, и тот, кто утешает нас, Он свят и вечен и един. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да будет со всеми вами и со Духом Твоим. Дорогие мои, еще раз с огромной радостью приветствую вас на этой нашей воскресной Евхаристии. Находимся и мы вместе с Богородицей и с апостолами в горнице. И ожидаем сошествия Святого Духа, дара, который нам будет дан Иисусом от Отца. Седьмое воскресенье Пасхи, согласно литургическому календарю, тут в наших епархиях, в других епархиях вполне возможно, что сегодня отмечается Вознесение Господне. Так или иначе, это момент, когда стоим перед вместе, как община, как церковь, и просим о даре Утешителя. Перед нами Святая Месса, давайте подумаем, за кого будем, принесем вот жертву евхаристическую. Просим о Божьем благословении для всех тех, кто просил нас о молитве и за которых должны молиться. Я молюсь за брата Збигнева Точек, это собрат из нашей конгрегации, который служит совсем в другой стране, который находится в тяжелом физическом состоянии, в коме лежит, ждет операции. Понятно до конца, что происходит. Просим Господа о здравии, о исцелении для него. И во всех наших интенциях просим Тебя, Господи. Раскаиваемся в наших грехах в начале этой месяца, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением Бога. Моя вина. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Кирия, кирия, лейсон. Кирия, кирия, лейсон. Христе, Христе, лейсон, Христе, Христе, лейсон, Кирие, Кирие, лейсон, Кирие, Кирие, лейсон. Слава Вышних Богу, и на земле мир людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя. Благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя.
Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи Сын Единородный Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий десную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Господи, милостиво внемли молением нашим, чтобы, веруя в Спасителя рода человеческого, сидящего одесную Тебя во славе, мы ощущали, что по Своему обетованию Он пребывает с нами до скончания века. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение деяний святых апостолов. После вознесения Иисуса на небеса возвратились апостолы в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Альфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Слово Божие. Благодарение Богу. «Верю, что увижу благости Господни». Верю, что увижу благости Господни. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Верю, что увижу благости Господни. Одного просил у Господа я, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Верю, что увижу благости Господни. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего. Верю, что увижу благости Господни. Чтение первого послания святого апостола Петра. Возлюбленные, вы участвуете в Христовых страданиях. Радуйтесь, да и явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. И если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, ну прославляй Бога за такую участь. Слово Божие. Благодарение Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не оставлю, не оставляю вас сиротами, говорит Господь. Иду и приду к вам, и возрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами. И со Духом Твоим,
Чтение Святого Евангелия от Иоанна. Слава Тебе, Господи! В то время Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил меня исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду». Слово Господне, слава Тебе, Христе! Дорогие мои братья и сестры во Христе, в эти дни перед сошествием Святого Духа читаем постоянно, продолжаем читать в рамках Евангелия слова Иисуса из прощальной Его речи. Конечно, таким образом Иисус готовит общину апостолов к тому периоду, когда Его не будет, и хочет заверить их, что хотя видимым образом Его замечать больше видеть не будут, то Он будет дальше и действовать, и не только Он, но в историю человечества будет как-то воздействовать вся Пресвятая Троица. Сам Бог будет, троичный, будет входить в эту историю и действовать, потому что Он сам, Иисус, останется до скончания века с нами. С другой стороны, будет дан Дух Утешитель, и обо всем этом будет, во всем этом прославлен Отец. История таким образом будет вовлечена в историю самого Бога, если вообще можно говорить об истории Бога. Слушайте, именно Бог принимает эту историю, и этой историей будет жить. А в этой истории будет погружена и наша с вами история каждого из нас. Поэтому, как индивидуум, как семей всего, радуемся, потому что чувствуем, что мы не брошены, что эта история имеет свою направленность, что есть кто-то, кто заботится, кто постоянно, несмотря на всякие несчастья наши индивидуальные и человечества, на все наши поступки, на все наши грехи, Бог до конца взял ответственность, и Он этой историей с нами живет. Перед этим праздником читаем вот молитву. Сегодня начинаем читать. Называется эта молитва первосвященническая, священческая Иисуса. Во время Тайной Вечери, видим, Иисус обращается к Отцу с этой молитвой, в которой, видно, сначала не существует никто, только Он и Отец. Есть момент какого-то взаимопонимания, единства, взаимопрославления, что-то, что нам недоступно. Читаем эти слова и думаем: открыл нам Иисус, дал нам понять хотя бы, ну так много там недоступных вещей и непонятных. Чувствуем глубокое единство, глубокую любовь, общение между Отцом и Сыном. А потом в эту общину, как читаем, Иисус в эту молитву выводит и тех, которые рядом, и тех, которые потом будут. И чувствуем, что в этой молитве Иисус молится и за нас. Тогда, 2000 лет тому назад, молился, чтобы Отец был прославлен не только теми, которые вокруг Него и есть, и были. Но точно так же и в этой молитве видел и нас, и Церковь 21 века, и все наши проблемы, и за них молился. И можно себе сказать,
Это вечно постоянная молитва, которую сын произносит, возносит к отцу. Эта молитва находит свое определенное осуществление во время Евхаристии. В Евхаристии чего другого не является, как постоянное прославление отца. И наше с вами вовлечение в эту Евхаристию – это движение, которое поднимается к Отцу. Видимым проявлением этого движения Христа к Отцу является, конечно, вознесение, которое некоторые сегодня отмечают. Но так или иначе видим, что это движение есть, как сказать, запущенное, и мы с вами уже туда направляемся. Но, с другой стороны, эти дни, наполненные также, правда, молитвой о сошествии Святого Духа, о дарах Духа Святого. И мы говорим об этом, что этот момент, который является историческим рождением Церкви, сошествия Святого Духа, а апостолы сейчас вместе с Марией и другими женщинами живут в ожидании на этот дар, учатся, открываются. Они, которые будут фундаментами нового народа Божия, они апостолы, которые это получили от самого Иисуса, основателя этой церкви. И что об этом Духе Святом, как обычно в эти дни, можем сегодня сказать? Видим фундаментальный текст из первой главы Деяний апостольских. И практически и этим чуть ли не начинается Деяние, да, если только не учитывать Вознесение. Видим, как после Вознесения Иисуса на небеса апостолы возвращаются в Иерусалим и находятся, входят в горницу и там пребывают. И тут перечисляются имена 12, а затем есть еще упомянута Мария, Матерь Иисуса, братья Его, и написано, что они единодушно пребывали в молитве и молениях в ожидании на тот дар, который Иисус им обещал. Жест и движение весьма важны в жизни церкви. В особые моменты не только церковь является та, которая возвращается в тот, как сказать, то место, где она находит самое бесценное, то есть горница, где разыгралась Тайная вечеря, где они слышали слова Иисуса, где получили этот хлеб и чашу с вином, где Он сказал: «Я с вами, делайте это, преломление хлеба и чаша», где совершилась первая месса Евхаристия. Там они погрузились. В той ситуации, когда потеряли как-то видимого Иисуса, можно себе сказать, они сходятся вместе и там пребывают. Там они чувствуют, что Иисус невидимый, но дает себе понять, горница. Возвращение к этим моментам, в которых они родились как община. Дорогие, весьма важно в нашей жизни, в наших общинах возвращаться к этим моментам, к этим ситуациям, в которых мы, как общины, может быть, рождаемся. Как мы видим, что, безусловно, есть разные моменты, которые причиняются к тому, чтобы мы жили, можно себе сказать, благотворительное дело и деятельность, какие-то субботники, какие-то органные концерты и всякие разные поездки, паломничества. Но так на самом деле наши общины рождаются и приходят в тот момент, когда мы приходим вместе, собираемся в горнице и там молимся, пребываем вместе в ожидании Духа Святого. Там уже чувствуем предвкушение этого дара. Там уже дается нам Он нам познать, как обещанный. И поэтому мы говорим, церковь рождается из Евхаристии, церковь рождается из горницы, с этого пребывания вместе. Дух Святой является даром тех, которые пребывают вместе. И мы поэтому давайте не забывать момент возвращения того, чтобы быть вместе в ожидании, в открытости на Духа Святого. Несмотря на всякие разные трудности, там рождается, там укрепляется наша церковность, там укрепляется и наше, как сказать, единство в общине. То, чего мы не в состоянии сами, как люди, сделать, сделает в нас молитва, в которой потом приходит и Дух Святой. Учимся этому и помним, что это и есть сердце жизни церковной.
идем в сторону этого Духа Святого, который должен быть дан. И читаем в сегодняшнем первом и втором чтении также из первого послания апостола Петра. Видим этот Дух Святой, который является в данной ситуации духом мужества, славы и радости. Петр пишет каким-то ученикам, чтобы они сильно не переживали, когда приходит скорбь, притеснение и какие-то трудности. Они должны прийти. Но прославляет их и говорит им: радуйтесь в таких ситуациях, потому что Дух Божий, Дух славы почивает на вас. Он делает вас мужественными, Он вас прославляет Отца. Не бойтесь. И если даже злословят, если вам мешают, если делают все зло, если вокруг так история пошла, что не до радости, какие-то грустные, и как это, не бойтесь, Дух славы, Дух радости вас пребывает. Да, стоит помнить, что одним из проявлений действия Духа Святого в нас есть радость. А радость, которая, как мы помним, всегда мы об этом говорим, не является чем-то поверхностным и какой-то мимолетной улыбкой или каким-то там шуткой, не является чем-то глубоким, которые не настолько меняют реальность, только меняют нас в понимании этой реальности. Потому что Дух Божий дает нам понять суть этих событий и иначе смотреть на сегодняшний и на завтрашний день, что также дает нам радость глубокую. Парадоксально, в сложных ситуациях можно и радоваться, если только причиной этой радости находим в Боге, который дает нам понять смысл происходящего и дает нам надежду. Такой есть Дух Святой. Идем поэтому в новую, ну вот и самое событие, начинается новая неделя. Стоим перед различными вызовами и смотрим и благодарим Бога, что Дух Божий пребывает в нас, дает нам смысл и надежду на сегодняшний, на завтрашний день, что вместе с Богом в состоянии мы осуществить то призвание, которое Он нам дал. И, конечно, еще раз возвращаемся к Евангелию. 17 глава Евангелия от Иоанна. Вот это молитва первосвященческая Иисуса. Диалог Отца и Сына. Где Дух Святой? Он является этим диалогом. Он является этими словами. Он является этим пространством, в котором пребывает Отец и Сын. И хотя его не видно, и хотя Иисус в данный момент ничего не делает, не говорит про него, то чувствуем, что эта связь, эти слова, которые текут из Иисуса, из уст его, и которые доходят до Отца, и ответ, который он получает от Отца, это есть никто другой, только Дух коммунио, Дух общения, Дух Пресвятой Троицы, Дух самого Бога, как мы говорим в символе веры, Дух от Отца и Сына исходящий, объединяющий их, Он создающий их общение. Не иначе в нашей жизни, еще раз повторяю, является и Он духом нашей молитвы и общения с Богом. Просим Его, научи нас молиться, веди нас через сложные моменты, будь нашим единством, помоги нам, дай нам Богу обращаться, Отец, и дай нам быть братом, помоги нам быть братьями и сестрами, самого Иисуса. Он Дух от Отца и Сына исходящий. Аминь. Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного единосущного Отцу, через которого все сотворено. Ради нас, людей, ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса
и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого Господа, животворящего, от Отца и Сына исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую святую вселенскую апостольскую церковь, исповедую единое крещение в отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, Господь Иисус Христос любит нас и ходатайствует за нас пред Отцом в полноте упования. Попросим Отца нашего Небесного, услышь нас, Господи. Вспомни дарами Духа Святого епископов, священников и всех нас. Услышь нас, Господи. Соедини в любви и согласии верных Святой Церкви Твоей. Дух единства просим, услышь нас, Господи. Озари светом Духа Твоего, стремящихся к добру и совершенству. Тех, кто готовится также к принятию таинств, особым образом просим за всех, кто готовится к присоединению Церкви, к полному единству. Услышь нас, Господи. Пошли своего Духа Утешителя всем оставленным и угнетенным. Услышь нас, Господи. Просим о дарах Духа Святого, о даре здоровья, исцеления. Для брата Збигнева Точек просим, Господи, укрепи его особым образом в эти сложные минуты. Услышь нас, Господи. Всех усопших прими, Господи, в свое светлое царство. Просим за усопшего отца Михаила Магду. Дай ему, Господь, радоваться на небесной литургии. Услышь нас, Господи. И нас, Господи, наполни, открой и наполни нас даром Святого Духа, чтобы мы ощущали Твое тринитарное присутствие в истории, чтобы мы были открыты на смысле надежду, которую Ты проливаешь, чтобы мы были в состоянии понять, чего Ты от нас хочешь, чтобы мы всегда эту волю Твою с радостью до конца выполняли. Слышь нас, Господи. Боже, ниспошли Духа Святого Своего и внемли молитвам нашим, да соединяет нас всех возрожденных единым крещением общая вера и горячая любовь через Христа Господа нашего. Аминь. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих. И мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог вовеки. Через эту тайну воды и вина, да приобщимся к божеству того, кто ради нас стал человек. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей, Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих. Мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог вовеки. Прими нас, Господи, стоящий пред Тобой, смиренным духом, сокрушенным сердцем. Да будет эта жертва наша угодна перед Тобою, Господи Божий наш. Господи, от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего ради блага нашего всей Церкви Своей Святой. Прими, Господи, наши молитвы и жертвоприношения, и да поможет нам это благочестивое служение достичь небесной славы через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами и со Духом Твоим. Вознесем сердца, возносим ко Господу, возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Бож, через Христа нашего Господа. Он по воскресении Своем явился во плоти всем ученикам и пред очами их вознесся на небо, чтобы сделать нас общниками Своего Божества. Поэтому, когда мир наполняется пасхальной радостью, ликует вся земля, и небесные силы, и ангельские воинства песнь славы Твоей воспевают, непрестанно взывая. Свят, свят, свят,
Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, Осанна в вышних, благословен грядущий во имя Господне, Осанна в вышних. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости, поэтому мы стоим пред Тобою, и вообще не со всей церковью празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Ради Христа просим Тебя, всемогущий Боже. Освети эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телами кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб, и Тебе вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это из чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется в отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Тайна веры, Христос умер, Христос воскрес, Христос придет вновь. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобой, служить Тебе. Смиренно намолим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, сделай ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, усопшего отца Михаила и всех почивших в Твоем милосердии. Прими их в свет лица Твоего. Всех нас помилуй, удостой нас участия вечной жизни – вместе с Пресвятой Богородицей Девой Марией, с блаженным Иосифом и его обручником, со святыми апостолами и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называемся детьми Божьими, воистину ими являемся, поэтому с благодарностью дерзаем взывать: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Господи Иисусе Христе, день своего воскресения Ты приветствовал учеников своих словами: «Мир вам, просим Тебя, не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, по воле Твоей благоволю умереть и обеленить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами и со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам». Агнец Божий, берущий на себя грехи мира,
Помилуй нас, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Помилуй нас, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званые на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Молю Тебя, Отче, да будут они едино, как мы едино. Аллилуйя. Твоим стопам, о мой Иисус, я преподаю, приношу Тебе раскаяние своего сокрушенного сердца, погруженного в собственное ничтожество и в Твое святое присутствие. Поклоняюсь Тебе в таинстве Твоей любви, желаю принять Тебя в бедной обители, какую предлагает Тебе мое сердце. В ожидании блаженного момента, когда я приму Тебя в святом причастии, желаю получить Тебя в духе. Приди ко мне, мой Иисусе, чтобы я смог прийти к Тебе. Да воспламенит Твоя любовь все мое существо в жизни и в смерти. Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Аминь. Продолжим нашу новенну, третий день из послания к Ефесянам. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания – один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который дан всеми и через всех, и во всех нас. Царь славы Господь всемогущий, ныне восшедший на небеса, не остав над сиротами, ну пошли нам от Отца, как обещал Духа истины. Аллилуйя! К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности мои, преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Кто мне на небе, кроме Тебя и с Тобою, ничего не хочу на земле, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Удаляющие себя от Тебя гибнут,
Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое. Я избрал путь истины, прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царь славы Господь всемогущий, ныне восшедший на небеса, не остав нас сиротами, но пошли нам от Отца, как обещал Духа истины. Аллилуйя. Помолимся. Внемли нам, Боже, спасения нашего, пусть приобщение святых тайн укрепит наше упование на то, что вся Церковь соединится во славе со Христом и Ее главой. Он живет и царствует во веки веков. Аминь. Дорогие мои братья и сестры во Христе, всем вам большое спасибо за совместную молитву. В 3 часа дня читаем Венчик и Святой Розарий, как обычно. Завтра понедельник. По нашему обыкновенному расписанию 3 часа дня венчик розарий, вечером в 6 часов святая месса. Продолжается новенна перед сошествием Святого Духа. Молимся индивидуально, молимся в общине. Самое главное, чтобы открыться на тот дар, который Господь нам хочет дать. Да, Пятидесятница у нас через неделю, торжество сошествия Святого Духа и одновременно, ну вот, закрытие периода пасхального времени. Перед нами сегодня очередные чтения, которые открывают нам тайну действия Святого Духа. Бог, который тринитарным образом прославляется в Иисусе и дарит Духа Святого. Молитва священническая, как лучше ее целиком прочитать 17 главы еще раз. Молитва о единстве, молитва также Иисуса за нас. Видим общину, собирающуюся в горнице, мы там тоже находимся. Возвращаемся к тому, что является источником существования нашего. Вот Евхаристия, жертвоприношение Иисуса, общение Мария. Да, дух славы, дух радости, который пропитывает всю нашу жизнь и, несмотря на всякие обстоятельства, сопровождает нас и дает нам христианскую убежденность и веру в то, что Иисус вместе с нами и Дух Утешитель действует в нас и через нас. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христово. Благодарение Богу. 159. Что стоите в изумлении? Что стоите в изумлении, слуги робкие Христовы? Славьте радость вознесения, обещание жизни новой. Люди, радостно воспряньте, пойте Господу ликуя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. От рассвета до заката славьте Господа псалмами. Стал Христос царем народов, стали мы его сынами.